второго матча, а в первом матче я крутой тебе сделал, взял, не снял это. Блядь, ты сказал про запись, ты должен попробовать. Девяносто. Ох ты ж, оглушки. Я еще встать могу. Раст, раст. Церковь. Охуеть, он в лагерь. На перегородке резает. Да ты знаешь, стрелять, я не пойму откуда. Что за своего? Они двое нет, остались что? На респе нашей. Да блин, все хп снял. Тут стоит палец. Кукош, кукош, подсади на один палец. Не заряжается. Быстрее, быстрее, на один палец просто кинь. Верните коды запуска на базу. Давай, обходи их откуда-нибудь. Пасет, пасет, пасет. Мы победили. Хорош. Команда противника уничтожена. Заполучите коды запуска и отнесите их на базу. Еще раз на палец. Раунд начался. Угу. Ай, здесь за ящиком. Мой друг. Там двое ресурс. Гранат туда, киньте гранату. Сухарь слева, слева трое. Церкви снайпер. Ну блин, ну почему у меня так лагает? И враг вернулась. На планте у них, он на захвате без хп. Машинист у тебя, смотри, о, хорош. Верните коды запуска на базу. Я бы мог тебя спокойно мозголом сделать, у меня игра просто вернулась. Мы победили. Да ё-моё. Противника уничтожено. Угорайте. Добудьте коды запуска и верните их на нашу базу. Еще раз на палец. Раунд. Сейчас не успевает меня снять. Ой, много права, права очень много. Хорош нагибатор. Как у тебя урон с АВМ-ки прошел? Они все направо, ребят. Да ёб твою мать. Слева, слева. Коды запуска взят. Может там с топора их режет. Где он, блядь? В домике. На шивку сколько осталось? В доме. Чё говоришь? На сколько осталось? На шивку? Берегите нахрен со своим, сколько осталось. А, по времени? Ой, сука, в воде. 14 минут? 14 дней или 10 дней, не помню. Захватите коды запуска. Я как его, блять, за реферала вот делал то, что давали типа это. 5 друзей. И плюс это. Мне 2 пин-кода на 30 дней давали, я в конкурсе участвовал. Да я вообще не про это говорю, вам доиграть сколько осталось? Доиграть 4-0. Блять, тут короче это Аргун хочет КВ сыграть. Они нас кикают. Нет, не кикают. Мы играем с Аргуном играть. Нет. Что, боитесь? Кто не боится, тот дурак. Ай, блять. Ебё, блин. Он на дырке. Коды
Пойдем через право на респукнем. Пошли. Клоним все по кишке. Сзади идет. Тут. Возле моего трупа. Коды запуска потеряны. Брать зачем? Кого мало осталось? Да ладно! Да ладно, сука! Бред, блядь. Справа, справа они. Выходят на арку, выходят. В общем. Тёмыч, не мешай. Хорош. Этот след налево ушел, по-моему. Либо через центр, либо через лево, но не видно его. Да блядь, где я, сука, завис что-то? Слева. Да, слей ему, слушай, чувак. Не надо, не сливай. На копку если топор это. Чего? На копку топор. 10 дней, говорю, или 14 остался, не помню. Набил хоть? Да. Я не знаю, как ножи вообще набивать. У меня табара 7000 набит, так до сих пор не могу набить. На базу. Да, мы еще на езжах. Команда противника уничтожена. Раунд за нами. Ну я так специально пистолет взял, думал, он меня убьет, как бы на сольем раунд. Не получилось. Я говорю, я за реферала делал топорики, плюс еще мне два пин-кода на 30 дней давали, я в конкурсе участвовал. Не, ну все равно, я не знаю, мне сложно набить. Ну знаешь, я знаешь, как набивал, я не сидел и не задротил, что набивал. Вот мне, считай, 90 дней было, я рассчитал, считай, 10 тысяч на 90 разделил, там не помню, по сколько фрагов каждый день бил просто и все. Ну где-то побольше бил. Ясно. Ну у меня вот, я хочу кабар набить, но я не знаю, как его теперь набивать. Мне еще 3000 с него осталось там набить, но я... На зомби, на легкую запускайся, да иди и режь их там. Да как, если у нас КВ все время. Некогда. Да.